Впервые фотоконкурс «Город детских улыбок» провели в рамках празднования 295-й годовщины. Сейчас организаторы решили его повторить. Работы могут быть как индивидуальные, так и коллективные. Главное, чтобы на фотографии были запечатлены счастливые дети на знакомых городских улицах. Работы принимаются до конца апреля. Второй конкурс уже тоже стартовал. Хотим признаться городу в любви на лучший поздравительный адрес. Тоже принимаем заявочки. И участие тоже может принять любой житель нашего города, независимо от возраста. То есть нужно придумать оригинальное поздравление городу. Лучше будут звучать со сцены в день празднования 300-летия города Искитима. Работы можно приносить в Дом культуры «Молодость» по адресу улица Литейная, 5 или отправить по электронной почте dkmolodost@list.ru. Подробнее о всех конкурсах можно узнать на сайте Дома культуры.